Ну чё, дорогие мои сочные, восточные, мои подписчики, друзья мои. Всем салам алейкум, друзья, всем хорошего настроения и доброго утра. С вами опять сам Сакит Самедов. Отвечаю я. Как ваше настроение? Общее положение? Сердцебиение ваше, как, друзья? Что мы делаем? Короче, каждый день на свадьбах, вот сейчас тоже, друзья мои, еду на свадьбу играть. Думал, когда я вам чуть-чуть эфир сделаю, салам не пополам там. Как у нас дела, как ваше движение? А, друзья? Чем мы занимаемся? Один вам четкий момент сделаю, и потом я поеду вечером, обязательно я вам эфир сделаю. Вчера, где свадьбы играли, там реально вообще сеть не было. Там такое место было, я не знаю. Я там позвонил там Путину, он сказал там вышку поставить. На днях еще будет свадьба играть, там я мог эфир сделать. Да я бываю, реально там сеть пропадает, походу не пойму. Я на днях договорился с Mazda салоном, они мне на машину поставят, короче, этот... Wi-Fi, Wi-Fi поставит, везде ловила сетка. Так что вот так, друзья, так что... Как ваше настроение? Общее положение. Давай один момент сделаю я вам. Чуть-чуть утром прям хорошие моменты. Потом я поеду на свадьбу играть. Как, кстати, я выгляжу? Нормально ли? Смотри, так, вот сегодня на свадьбе пиджак один, еще там сверху манш вечером. Холодно, не холодно. В костюмах иногда жарко. Решил сегодня вот так будет петь. Ра-ра-ран там тай-тарай. Специально для вас, смотри, погнали. Я вас люблю, уважаю. Всем хорошего настроения. И хорошего позитива. Стхаски, ты приехала? Абдраман, я тебе сейчас позвоню, хорошо, Стха? Мы поговорим. Чубарук, оставь, Стха. Обязательно сделаем, Стхашка. Если что, друзья мои, насчет вот, который мне очень много пишет, насчет свадьбы, насчет, который день рождения, насчет всяких мероприятий, друзья мои, у меня в инстаграме висит номер администратора. Будьте добры, позвоните, я не успеваю отвечать, и как-то я им не отвечаю. Правда, там очень много мне смс-ов, я не могу там, у меня времени нету, я работаю там. В шиномонтажке, грубо говоря. Я имею в виду, работу играю. Так что, друзья мои, будьте добры, обращайтесь. Администратор вам все вам скажет, отвечаю. А пока погнали, четкий момент. Погнали. Девчонку одну, на других и смотреть не хочу. Но не знаю, об этом она и не дает номер телефона. Дай мне номер свой, дай. Ты промашку со мной не играй. На любовь ты уже не гадай. Там, где я для тебя будет рай. We'll be right back.
Ебать. Вот так, друзья, шахра. Перед чем ехать, думал, каждый вот на свадьбах, правда, вообще не да. Тяжело вот играть, петь тоже. Пушка, ай, сауны. Вы же соскучились, я уверен, друзья мои. Я отвечаю, давай, туфли, отдавай. Ой. Один момент, где мои туфли, муфли. Один четкий, прямо сочный. Специально для моих подписчиков. Всем вам хорошее настроение. Друзья мои, кто не успел мой эфир посмотреть, у меня в YouTube канале есть свой ссочек. Я там на днях получил значок тоже. Так что я крутой. Короче, всем хорошее настроение. Еще подписывайтесь у меня в YouTube канале. Там каждый день сочные мощные моменты я добавляю. Иншаллах, будет там новый мои клипы сейчас готовятся. Все я туда буду выкладывать. Вы можете посмотреть, радоваться, кайфовать. Стха, чубары хочешь? Давай, стха, для тебя. Если я тебе чубарок не сыграю, я боюсь, не знаю, что с тобой будет. Я вот это не могу представить. Ладно, сейчас я тебя бахну. Один сочный джин. Прямо сочным, ребята, она нежно, прям. Сзади. Я вам отвечаю, это на лезгинском называется зажигаем, ревем по полным программам. Черные глаза. Черные глаза. Не... Друзья мои, вы представляете, где я делал? Я был в Самаре. Блин, был в Баку, был в Кусарах. Вот в эти дни, правда, вот там где только не был, да, вот очень хорошо всем братьям от души, салам алейкум. От души встретили, от души зажигали. Везде, где бы не был, правда. Всем вам здоровья, друзья мои. Иншаллах, скоро к вам тоже приеду. Иншаллах, на днях в Оренбург летаю. Всем вам хорошего настроения и хорошего позитива. Один чайку сделал, подожди. Сегодня вечером тут играю. Я обязательно вам постараюсь. Ростов приезжай, обязательно приеду в Ростов. Жарко. Короче, один хороший туфли-муфли в студию. И я поехал, друзья мои, я опаздываю. Я вас всех люблю. Обожаю, уважаю. Уважаю. Поехали. Это что было? Это что? Это что? Это что? Это что? Моя, да, да ладно, говорит, да ладно.
А я, да. Смотри, как четко. От души, брат мой, друзья мои, всех уважаю. А завистники есть, которые кто завидует? Молча смотрим и смотри, как удивляем. Что хотите, то и пишите. А сакит рвет по своим кайфам всегда. А который есть, который... Один говорит, я... Знаешь, лучше не помолчу. А кто завидует, смотри, как сакит рвет. Просто молча смотрим и кайфуем. Подожди, эта пуговица чуть-чуть зажимает меня, вот. А я... Ай, че мы делаем? Ревем, вот смотри. Тампа-тампа, роба-тампа. Ай, че, пошел! Почему ж ты меня не любишь? Ой, скажи мне, хохлушка, почему ж ты меня не любишь? А я тебе не куплю туфли и муфли, босиком ходить не буду. А я тебе не куплю помидор, арбузы кушать не будешь. Почему ж ты меня не любишь? Я тебе и куплю белорус, пешком пахать не будешь. А я тебе и куплю белорус, ручной пахать не будешь. Всех вас люблю, друзья. Обожаю, обожаю. Так что вечером ждите еще эфира. Мне надо ехать. Я вас люблю. Всех, всех целую, обнимаю. Как говоря, живите, радуемся, друзья. И своих близких радуем. Я вас всегда буду радовать своим четким настроением, сочными музыками. А вы представляете, вот смотри, вот что у меня. До сих пор с Москвы с концерта у меня цветы висят. Вот они, смотри. Я такой человек, друзья мои. Мне с концертов давали столько цветов. Я оставляю, у меня очень много подарков. Всем хорошее настроение, всех обнял. Какой синтезатор лучше купить? Ха, брат мой, синтезаторы все четкие. На ним надо пацан нормальный стоять. Синтезаторы, они все одинаковые. Его надо рвать, есть четко. Не имеет значения, какой тебе машина или там... Она едет расстояние то же самое. А синтезатор какой лучше? Надо на ней пацанчик, который ревет его, есть четко от души. Вот это кайф, брат. А синтезатор все одинаковые. Всех целую, всем салам пополам. Короче.